Кветкі яблыні сталі сімвалам памяці. У дзень перамогі было такое ж надвор'е і таксама квітнелі сады. Ось такія святочныя ўпрыгажэнні ў колерах нацыянальнага флага сёння раздавалі жыхарам Мінска сталічныя актывісты і студэнты. Кветкі яблыні ўвасабляюць сувязь пакаленняў і падзяку за мірнае жыццё. Для меня это значимое событие, потому что дедушка был самым молодым партизаном в моей области. Я из Брестской области, и он был самым молодым партизаном. Вот. Ему было 8 лет на момент начала войны. И так как он прошел всю войну, я хочу напомнить людям и поддержать тем самым его память. У рамках святочного проекта зараз курсируем музей БУС, где можно убачить предметы военных часов. А тем часом активисты Минской области проводят встречи с ветеранами.